1-1 по-прежнему. И команда так немножечко о воротах друг друга подзабыли. Опа! Вот и Блажиевский отмазался за удаление во втором периоде. Реализованное, кстати сказать, бросок по воротам. И между щитков Заливина шайба. Давайте смотреть, как развивались события. Выиграна борьба на лицевом борту. И вот он, бросок Блажиевского. Говорили мы о том, что бросать-то он умеет. Особенно так в большинстве, если вывести его на бросок щелчком. Блажиевский попал, и это его третий.